такая добрая, такая гостеприимная. Ага, и к мужику-то все равно. А мы уже на территории приюта. Как всегда, работа кипит, как всегда. Помните, там из моих прошлых видео здесь был пруд? Сейчас там. Этот пруд, все, там воду оставили, этот трещину дали. Ну, такое у нас, такой у нас климат. Флаг СССР, пожалуйста. Еще Россия тоже есть у нас. Да мы даже не сомневаемся. Точно не знаю, что это значит, но, наверное, те, кто здесь был. А мы в приюте «Спаси меня». Счастье животных – наша работа. Работа кипит. Ох, работа кипит. Территория та же, люди те же. Карендал океан чуть позже приедет. Весь в трудах. Так, здесь никого нет в этом вольере. О, тигр. Гектор. Катя не может без своего осла. Лицей номер один, Шадринск. А здесь Симба же здесь был, вот в этом вольере. Симба же здесь был, а Симба сейчас в Танзании. Здесь Симба везде. Олеся тут все знает. Каждый вольер. Ой, маленький поросенок. Поросята, поросята, поросята. Маленькие. Клетка маленькая, потому что у них крылышки подбитые. Они должны быть меньше двигаться. А крепнут, а потом будет совершенно другая история. Это не потому, что здесь живодеры. Потому что доктор Айболит Карендал Океан, он знает, что делает. Всемирно известный, кстати. Ослик. Борзая. Ослик, ослик, ослик. Ослик, ослик, ослик. Ой, как холодно. Капюшон надо надеть. Ой, как холодно. А Пума где? Пума вон. Вот. Там? Вот прямо. О! Он кушает. Она, слава богу, она в клетке. О, какая красивая. Здесь на мне никто... Дикобраз. Их тут две штуки, что ли? Ой, блядь, они что-то шевелятся. Ой, ты такая красивая! Посмотрите, да, какая природа, вот прям совершенная. Тоже больная. Ой. Вы не стойте слишком близко. Я тигренок, а не киска. Посмотрите, они тут хорошо живут. Яблоки, свекла, картошка. Обыкновенный день. Дикобраза. Ты красивая такая. Очень красивая. Очень. Все звери, все раненые, все. Карендал Океан всех лечит. Олеська знает про каждого. Но я ни про кого. Холодно у нас. Конечно, холодно. Пума Атос. Да, вот она сейчас в том вольере. О, Бэмби. Разворачивайся. Эй, разворачивайся. Кс-кс-кс. Угу.
листья салата, там тоже свежий картофель, морковь, смотрю, в тарелке. Ого! А здесь целая команда. Все жрут, вы посмотрите. А мы летом приходили, они здесь все гуляли. Я тебя не смогу погладить. Я прошу прощения, я не смогу погладить. И ты маленький такой. Идет. Маленький такой пизденыш. Тут хороший. Как бы тебя схватило. Как бы я тебя зажарила, барашка. Ты наверняка такой вкусный. А там, посмотри, как все в дружбе. И ослы, и индюки, они все живут дружно. И на, в камеру фокусируйся. Камера. Расфокусировка что-то у меня идет. Кто там? Волк? А, Гектор. А волк был? Ну, волк здесь раньше был. А это кто? Алиска так... Ему не холодно? Флаг, рожденный СССР. О, Гектор. Тут у каждого же своя история. У зверёныша-то. Посмотрите, какой. Уссурийский тигр. Ты пьешь? Я думала, мало ли он, думаю, будет купаться. Камера, что-то не очень нравится, как ты себя ведешь. Почему ты... Я бы его размочил немного. А там, посмотри, еды-то у него немерено. Утащил туда себе. Что, блядь, такое у меня с телефоном? Ты хочешь, чтобы я тебя на помойку отправила, что ли? Samsung. Наверное. Кого ему делать-то? Где он писит еще? Ай, угу. Тоже ноги сломанные. Я хочу поговорить. Ого! Кто-нибудь трогал тигра? Ой, какие. Алиска их всех трогает. Она не боится. Можно? Здесь лисички были. Ла-л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 а. О, лисички, сестрички. Лисички, мы вам рыбы привезли. Чернобурка. Вон там вот ящики. Здесь белая. Рыжик. Это спит. Угу. Олеся, где ты была? Я верю. Олеся, расскажи мне. А с Пумой что? Пека, ты мой мальчик. А скажи, что с ним случилось, с Гектором? Гектора, значит, в Омске. Был он в передвижном зоопарке. Он был маленький. И там какой-то, ну, по-русски сказать, дебил. Угу. Романтичный дебил. Угу. Решил своей подруге сделать подарок. Подожди. И камеру перевернула. И подарить не абы кого, а подарить тигренка. И у него не хватило ума больше, как вот пойти... пивнуть для храбрости и пойти залезть в зоопарк в этот 6 утра
и поймать этого маленького тигренка. И попытался его тащить. И нарушил ему ноги. За лапки. А то спешалась тигрица. Ну, 6 утра, понимаешь, у тигрица несется, разъяренная. И это тащит. А тигреночек застрял в этом, в решетках, в клетках, в крыте. И он его сильно дернул, и вот ему выдернул суставы из лапы, и как бы повредил их. У романтичного дебила тоже не все хорошо. А с Пумой что? А, история Пумы. Тосю, она знает их всех по именам. Леопард повредил Тосю. Здесь? Нет, не здесь, а тоже это в контактном зоопарке. Неправильно разместили просто его маленького котенка, посадили как взрослому леопарду. А леопарды, они вообще, в принципе, такие, ну, как бы, хищники, те, которые убивают ради удовольствия. И он его повредил. Смотри, какой флаг рожденный. Я видела, я видела, ну что ты уж. Я уже всем его показала. И все, и вот ему повредили лапку, и он, соответственно, ее потом ампутировали. А Пума без лапки? Да. И она просто сидела, она такая красивая сидела. Красивая. Я даже... Да. Я пойду, Гет. Подожди. А где Варвара-то? Варя. Где? Не мешай. Забыл. Ты еще бы больше бы не показывалась. Он помнит тех, кто всегда рядом. Да, он забыл меня, смотри. Все, ухожу, ухожу, ухожу. Все. Все, все, все. Ухожу. Обозлили. Нет, подходи близко. Не подходи. Здравствуйте. Здравствуйте. Точно на тебя. Гекочка, да ты уже. Да правда, что как он может на вас? Да, 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 он Артура. Не очень любит, да? Он, потому что когда Гектору ставили уколы, Артур его держал. И он сейчас на него охотится. Эх, какой, а! Так... Он я говорит, на меня. Я так расстроилась. Он говорит, на меня. Да тебя держали-то, чтобы тебе доброе сделать дело. Я не говорю, видно, не подходи, Гека. Ну как, он же меня не съест? Ну он может лапкой это достать. На Артура. Ой, карет! Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте, здравствуйте! Вот, пожалуйста, Карен Далакян. Вот собственной, собственной персоной. Собственной персоной. Я думала, он на меня сейчас шутит. И такая говорю. На Артура! На Артура. Иди охотник. Да. Иди. Все. Папа приехал, все прибежали. Голос услышали. Привет! Так, ну пойдем все раз. Видели Карена? Все! Все звери увидели отца. Все. Осел, осел, осел. Звери увидели отца. Маленькая собачонка бегает. Все звери увидели отца. Все выстроились, все подошли, поприветствовали. Пошла попью кофейку, чайку. Ремонт полным ходом. Как обычно, работа кипит. Это же тот приют, где жил Симба. Про Симбу-то все знаете. Поинтересуйтесь, которого спас Карен Далакян. А Симба сейчас в Танзании, а Карен вернулся из Мариуполя. Вот так вот ездил наш спасать животных. Карен Далакян, он ветеринар, известный человек. Поинтересуйтесь, поинтересуйтесь, что за большие люди.